Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Ну-ка попробуем. Что из этого получится, интересно. Да. Посмотрим, что залежим. Ну, может, прикольно будет, не знаю, попробуем. Это типа на снайперках там будет, но только каждые, ну, то есть только два человека в команде, побеждают только два. Да, Жмышенко и Батуш обычно так, ну, побеждают. Батуш, ха! Ха! Ну, привет. Всем привет. Алло. Привет. Откисните первыми и будете всю гадку наблюдателями смотреть. Ну давай попробуем, что по сути. Давай попробуем команды побольше сделать, по 10 человек. Сухостой и Батут опять сосут. Он же ж тварь так видел, назвал свою хуйню, блядь, обчерную выстрел в ютубе. Ну конечно, ты им подсказал название, и он назвал. А что такая зона маленькая? Чтобы было интересно, брат. В смысле, блядь, столько человек на такой маленькой карте? Это же что за хуйня? Я думал, по всей карте разбросаны будем, даже интереснее. Ты успеешь приземлиться, как умрешь уже. Подожди, не гунди. Он уже хлопает кого-то. Идет челокос. Опа. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально ну за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Забрезал билда. Я пососал сразу же. Хочется с зябликами, согласись, но возможностей мало. Расы, какие же гадские дураки. Тихо опять. Сухачи Батут всегда сосут, йоу. Рэп не на минимум. Рэп не на минимум, звук не на минимум, йоу, бэби. Thank you.
Да что ж такое, а? Ну, да встань же ты, девочка, что ж ты, блядь? Опа, умер. Что случилось? Блядь, сосуд, блядь, у всех. Так, давайте от меня только не отходите. От меня, да, не отходите, пацаки, хай. Потому что они сначала идут нас убивать. 100% у них это первая задача. Все, под Кандерсом. Да? Кто игнорит Вальдемара? Валера. Да. Пошли за мной. Вот тут будет враг уже, враг прямо на мне, ребят. Да, ложись, лежи. А чё ты меня сюда привёл? Тут безопасно. А зачем ты ползаешь, брат? Да блин, сука, они же меня на прицеле держат, 100%. Ну по любасу, они же меня выцеливают. Валера, не с того окна. Чела вижу. Ой, по мне работают. Они под домом уже. Это я кинул. Брат, если что-то метку ставь, метку. Ага. Опа. Валера, не пикайся, он с болтовкой, он тебя с, это, ну не с удара, но сильно тебе калечит. Если бы я увидел. Опа. Блять, по пожилому телу хуярят прям сильно. Хилься. Я просто лягу пока здесь. Вы никуда не уходите, просто давайте в одной комнате защищаться. Типа мы, знаешь. Валера, что... нас гранатами закидают нахуй. Я понял, тогда просто делаю вид, что мне страшно. Делаем вид, что тебе страшно, ладно. Жмышенко ползет. Не все к нам, походу, идут. Блять, они боятся меня. Чего не было? Пошли. Все, меня убили. Откуда? Не знаю, прям сзади стреляю. Так, а я могу тебя воскресить, блядь? Наверное, нет. Че, выходим? Давайте, не доигрывайте. Они шли, что я говорю, первоначально у них задача меня убить, но все плохо. Они даже никого не пытались убивать, они шли, четко, чтобы убить меня только и все. Валера, ты можешь, кстати, page up, page down перещелкивать игроков и комментировать матч. Я так и делаю. Перещелкиваю. А что, двое осталось? Да, Мастори комментирует это следующим образом. Говорят, сливочные румеры. Да. Ну, постоянно умничаем. Потому что это брат Мастори. В зомбу вы вообще слабаки. Вы и так слабые, блин, в этих во всех режимах. Еще и зомбу вам подавай. Да начнется высокос глобальный. А, слушай, скажи, да. Вот завтра 23 февраля. Да, праздник мой. Что дальше? Мне бриту подарили уже. Что дальше? Пеня, ты будешь что-нибудь дарить? Кому? Пене. А он при чем? Он женщина. Мне вот бриту подарить, сейчас попробовать за это. Какое богатое разнообразие музыкальных вкусов. Для, сука, как знаешь, как вот это все называется, типа рыбу, когда в этот загон догоняешь, она дергается, пытается куда-то выбраться. Ну, свободу ищет, понял? И чё? Вон, посмотри на неё. В машине сидит килька. Нет, хули передумать. О, нет, передумал. А нет, все-таки залезть-то надо. О, залез, придурок. Валера. Да, все хорошо. Так, боже, машина сзади! За кем?
За тобой! Ой, брат, братишка! Давай, нормально! Я убил человека! Пина! Ой. Машина есть! Ран! Каркуй, 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 чувак! Есть контакт! Опа, пошло-поехало, что называется, с праздником. Заткни рот свой. Да, как же они все-таки играют плохо, ужас. Это просто парадоксальное явление, однако. Играть так плохо нужно еще научиться. Да. А я хочу на трамплине прыгнуть, братишка. Не против? О, Валера, меня вот трамплина... Да, пизда, иду к тебе, родной. А как это ты выбил, братишка? Привет, ботва, привет. Да. Бля, тебе задушили. Деда, привет. Деда, привет. Привет, деда. Братишка, ну как? Во, во, во. А ты так не сможешь стрелять, брат. На Б нажми, это будет одиночный. Я нажми. И так знаю без себя вонючего. Почему я вонючий? Я моюсь. Моюсь? А чё ж воняет-то да так сильно, блядь? Это рэп. Да, быстрей. Да перезаряжай! Это было опасно. Остановиться. Хорош. Сука, патроны жалко тратить. А сейчас зона через 16 секунд пойдет, они сами к тебе приедут. Не трать пока. Кинь туда гранату свою. Я не пойму, откуда звук, понимаешь? За самолетом он стоит. За вот этим, да? Да. Правую кнопку мыши нажми. Твою мать, дебил, блядь, что ли? Ой, боже. Бля, что я сделал? Опа. Дурной. Да нах ты умер. Сука, так старался, пыжился, пыхтел. Вы просто еще не слышите, он так смешно дышит, когда играет, он прям... Ебать, какая сука, просто конченая! Ты видел, как он прыгнул на меня, сука? Понял, как шакал прыгнул на меня, как змея, сука? Как змея на жабу, так раз, блядь, прыгнул, сука, съел меня. Ты видел же, да, как машина напала на меня? Да, да, вообще нечестно. Челокосный год или высокосный век, я не понимаю. Сейчас пёрну по-тихому и уйду. Только пердади, ебалик отлетит, как женщина. Извини, но я пёрну. Кто это? Это не мой Жека. Это не мой Жека, я не знаю, кто это. Это пена, смотри, перец под нос. Пена? А, пена на лице Жеки. Что такое? Девочка врубалась машиной. Умер. Для второй. Хоп, 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 хоп. Опа, хотели бы, думали, опа, сейчас тупо, ага. Ага, все, да? О, боже! О. Бач! Ты чё? Бач, ты чё, родной? Я пришел
за пожилой жопой, но жопа оказалась моя, раздолбана. Ну вот так вот, блин, бывает. Видишь, что, блин, хотел, как говорится, урвать, да? А пожилой тело. Да, неприятная ситуация, конечно. Ну чего сейчас пацаны приедут, они попустят тебя? Да, ничего, они сейчас попустят. А что ты смеешься? Что-то на телефоне смешное видел, какой-то мем? Да, нет, просто они сейчас, как и ты, будут лежать и плакаться. Вот и все. Николай и Денис, два долба. Закрой свой рот. Кто здесь Денис-то? Я. Ну, блядь. Это ты понятно, а на батуату нахуй обзываешь. Чего? Царапку сделали мне нормальную такую. Брат! Боже, братишка, ты серьезно? Боже, у меня в жопе ебать слезно. Ты что, серьезно? На приколе, брат? Ты умер или мне показалось? Ну реально, скажи, ты умер или это приколы, сука? Интернетные опять твои дебильные. Три. Давай, братишка. Потом идет. Два, чел. Слева, слева, за деревом. Лежит, лежит за деревом. Все, последний. Где? Девочка. Девчонка. Девочка. Жидкий. За дропом. Брат, ну давай, пожалуйста. Да! Изи, нахуй. Просто изи, жест. Сосачки! Просто! Все, вот, заготовка! Выпьем, ура! Ура! Выпьем, ура! Сосать! Так, чел, какая наконец-то смог победить безоружных, без урона да, слухи, да, да. Что без общей коммуникации и несколько давай, десятков ты... зиблов. Угу. Красава, да, брат, да. Сегодня твой самый сильный женский день. Да-да.